в прошлый раз мы обсудили такие непонятные и спорные моменты. Сегодня мы будем уже рассматривать тему становления, социальное становление. Что такое становление? Еще раз напомню, становление – это движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. И вот надо понять, что многие процессы, в том числе общественные, то есть социальные, характеризуются этим понятием. Ну, в частности, вот давайте рассмотрим становление социализма в СССР. Период после того, как совершилась политическая революция, да? То есть власть была установлена, власть, диктатура пролетариата. Какая экономика была в то время? Нет, экономика. План? Да. Какой строй был в экономике? План. Какой там был план? Какой план? Взяли власть, что изменилось в экономике? Ничего. Я поставлю вопрос по-другому. В декабре 2017 года какая была экономика у нас? Такая же. Такая же была? Какая была? Туристическая. А национализация когда произошла? После февральской революции. 27-й год. Наверное, после гражданской войны. Во время гражданской войны. Ну, когда? Там какой-то даже месяц уже до гражданской. Это же не русские, это наша история. Спросят нас японцы, когда у вас была, а мы не знаем. Или китайцы. Китайцы все больше и больше сюда прибывают. Значит, в январе 1918 года. В январе 18-го. Значит, до января 18-го года обычный капитализм. Но первым декретом советской власти был декрет о рабочем контроле. Что значит контроль? Вот я контролирую. Что значит контролирую? Я такое делаю, если я не вешаюсь, но не мышцы. Наблюдаю. Это что значит? Как можно провести национализацию без контроля? Вы собираетесь делать национализацию, а всех важные части от станков, механизмов, средств производства откручивать, выброшено в небо. И все вот ваши национализации ничего не значит, правильно? Поэтому задача контроля какая? Позволять созидательную работу вести, так как она ведется, не вмешиваться в ход экономической жизни, не вмешиваться. Кто это будет вмешиваться? Потому что всякий производственный процесс, он требует и наличия, и виден начальника. Даже вот был такой 9-й съезд РКПБ, на котором специально обсуждался, специально на съезде вопрос о единоначале и коллегиальности. Обсуждали и однозначно решили, что ссылаясь в том числе на Энгельса, есть у него статья такая в авторитете, что всякое крупное производство, всякий хозяйственный процесс, он нуждается в управлении. А не в том, чтобы бесконечно думать, как или так, или так, или вот так, и голосовали, а потом переголосовывали. То есть вы можете назначить кого угодно самым, что имеет демократическим путем, но в ходе производственного процесса должна быть единоличие. И принято было решение во всех, так сказать, органах, управляющих хозяйством, единоличие. В том числе, вот в министерстве есть коллегия министра, коллеги министерства. Это всего 3 человека, министр и еще 2 человека. Вот они могут обсуждать, потом министр издает приказ, послушав всех, и все. Вот. И, а иначе вот вы считаете, что надо платье выпускать в горошек, а я считаю, что в веточку. И вот мы спорим, так сказать, и никак у нас ни платье в горошек, ни в веточку, ничего нету. Поэтому я вот так считаю, носит чайник, а вы считаете, что вот так. Ну и вот тоже спорим. А кто отвечать будет за это дело? А никто и не будет там. А вы говорите, я и предлагал другой. Вы не отвечаете. А я тоже, а что со мной согласились? Ну и так далее. Короче говоря, и ответственность тоже самое. Кто решает, тот и несет ответственность. Есть очень хорошее определение управления, которое у Маркса. Оно звучит так. Управление применительно к экономическим процессам и даже к другим социальным процессам, в отличие от такого формального управления, определения управления, которое является очень простым, понятным, но пустым. Вот. Сейчас, прежде чем говорить о максимум определении, я вам это простое и пустое дам, поскольку я
одно время был доцентом кафедры управления поверхностными социально-экономическими процессами экономического факультета, читал там курс, и ученое звание имеет доцент по кафедре управления поверхностными социально-экономическими процессами. Поэтому, скажем, я вам очень простое определение могу дать примитивное, которое состоит в том, что вот если вы наблюдаете какой-нибудь предмет и какого-то субъекта, вот если субъект воздействует на предмет и подчиняет движение объекта своим целям, то вот это вот действие, это вот подчинение объекта целям субъекта называется управлением. И тогда вот тот субъект, который движение объекта подчиняет, это субъект управления, а тот объект, который подчиняется целям субъекта, это объект управления, а это деятельность по подчинению движения объекта целям субъекта, это управление, или управленческое, или просто управление, или управленческая деятельность. Это правильное определение. Правильное определение, ну вот вы сидите на поезде. И вот вы едете на поезде, и вам сбрело в голову направо. Поезд направо. Так? Вы пытаетесь подчинить, ну, есть вот террористы, они с помощью соответствующих средств пытаются подчинить движение этого объекта своим целям, и вдруг, так сказать, происходит крушение. А на самом деле, ну, если речь идет о каком-то созидательном управлении, а не разрушительном, ну, надо считаться с тем, что происходит, какое это движение-то идет. Причем всякое движение противоречиво. Поэтому хорошее вообще определение управления предполагает, что вы должны одни тенденции поддержать и другие притормозить своей субъективной волей. Потому что субъективная воля не может передавить все объективные тенденции, но она может повлиять на ту или иную сторону. То есть вы должны думать, какую тенденцию поддержать, в том числе и в общественном развитии, а какую тормозить, придавить. То есть она негативная, правильно? Тогда это совсем по-другому представляется управление. Управление как способ разрешения противоречий. Потому что всякое движение связано с противоречием. Ну, а в экономике вот действует, или вполне применимо, такое определение, которое вам сейчас, значит, продиктую, которое Маркс давал, что всякий непосредственно общественный труд, или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении. Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении. Которое? Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении. Которое? Обеспечивает связь индивидуальных работ, правильно, потому что если мы что-то делаем, понятно, что это детали одного и того же станка, машины должны быть поставлены в одно место, собраны, они должны быть сделаны, обработаны и так далее. И это надо все эти работы связать между собой. Связь индивидуальных работ. И выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Повторяю, в целом, как звучит определение, всякий непосредственно общественный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, неважно даже, он если не непосредственно общественный, а частный, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. И потом уже Маркс добавляет такой образ, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Ну и вы прекрасно представляете, что у дирижера в руках только палочка, которую он никого не побивает, как известно, ни одного оркестранта. Но если и как отличается звучание оркестра в зависимости от того, кто вступает в дирижер. Правда? В
Причем, конечно, дирижер, если это его оркестр, если он художественный руководитель, он, конечно, проводит соответствующие репетиции многочисленные. Но даже если он приезжает и дирижирует другим оркестром, то в зависимости от того, кто дирижер, ну, либо люди, так сказать, идут на этот концерт или не идут. Бывают такие дирижеры, что и такие оркестры, что оркестры играют, а дирижер пытается успеть за оркестром и машет палочкой вдогонку, чтобы, так сказать, он так изобразить, что он дирижер. Это управление. Возвращаемся к тому, что мы рассматриваем. Значит, вот национализация. В январе 1918 года, до января 1918 года осуществлялся рабочий контроль, то есть представители советской власти находились рядом с управленцами, как бы наблюдали и учились. Ну, как можно учиться внешним образом. Понятно, что там особенно. После национализации все важнейшие, так сказать, средства производства, важнейшие предприятия оказались в собственности государства. Общественное получилось собственность или нет? Вот вы государство и общество отождествляете? Нет. То есть вообще вот иногда люди проскакивают это вот обстоятельство, а это один пустячок, правда? Вот скажем, у нас сейчас есть государственная собственность? Есть. Это что, общественное? Где не будет? Нет. Это значит, как Марк говорил, это частная собственность класса капиталистов. Есть класс капиталистов, есть отдельная собственность, отдельный капиталист, а есть общая собственность, общак. Тогда общая собственность класс капиталистов – это государственная собственность. Ну а как доказать тогда, что государственная собственность при социализме дает общественное? Ну, по идее, если это государство осуществляет общественные интересы, то есть это интересы рабочего класса прогрессивные, в настоящую эпоху, и выражает, рабочий класс выражает коренные интересы трудящих. Выражает надо понимать не так, что он устно выражает ваши интересы. Это надо понимать в объективном смысле. А именно, значит, рабочий класс не может улучшить свое положение, не улучшив положение крестьянства. Не улучшив положение крестьянства, не будет продовольствия. Он не улучшит свое положение, пока не улучшит положение крестьянства. Он должен улучшить положение интеллигенции, потому что если не будет улучшать положение интеллигенции. Дети будут необразованные, его сам будет необразованный. Медицина не будет развиваться, искусство не будет развиваться, наука, культура. Мы сейчас наблюдаем, что вроде бы, так сказать, казалось, люди культурные управляют, но вот положение в отношении образования, науки, культуры, ну, дальше ехать не будет. По той простой причине, что это не вопрос индивидуального человека, там отдельного, может быть, очень, а вот это вопрос того, чему подчиняется в данный момент развития. Поэтому только потому, что это государство рабочего класса, и потому что рабочий класс выражает интересы всех трудящихся, государственная собственность является формой общественной. Но государственная собственность тогда на городские средства производства, и то не на все, правда? Не на все. А еще же есть сельские средства производства. Поэтому никак, даже если вот эта собственность действует в общественных интересах, еще не получается общественной собственности пока. Нельзя сказать, что в России после национализации объявилась общественная собственность. Ну, а что нужно сказать? Она началось становление общественной собственности. Правильно? Потому что до этого и становления не было. Только была форма государственная, политическая, а в экономике нет. Вот с национализации началось становление общественной собственности. И вот, если вы посмотрите на этот государственный сектор, там малое количество предприятий в самом начале. А в начале всегда, а потому оно и начало, что оно еще сначала ничего не содержит из того результата, который должен получиться. Потому что как соотносится начало и результат? Если начало обобществления, то в начале обобществления не произведено. Правильно? А есть вот отдельные предприятия, которые все-таки уже действуют в общественных интересах. И зачатки планирования. Какие зачатки? Вот был ВСНХ. Всероссийский совет народного хозяйства. И были отдельные советы по регионам местные. Они управляли как могли. Теми предприятиями, которые... Никакого единого плана еще не было. А раз не было единого плана, то говорить вот о подчинении производственным общественным интересам можно было только по отношению к узкому кругу предприятий, очень узкому. Вот этот узкий круг предприятий для начала или поначалу образовал
коммунистический уклад. Коммунист от слова, коммунист как переводится? Общий. Вот коммунистический уклад сводился к очень узкому кругу предприятий. А все остальные предприятия национализированные назывались госкапиталистическими. Почему? Потому что они в собственности государственные, но хозяйство, как сегодня «Газпром», там «Роснефть» и так далее. Поскольку они чувствуют себя вполне самостоятельными, то, скажем, «Роснефть», члены правления «Роснефти» себе установили зарплату в 17 миллионов рублей в месяц. И они честно отдают прибыль государству, но это же издержки зарплаты. Они бы издержки это все вставили, не из прибыли же они получали, а вот а прибыль на это государство от «Роснефти». Ну, в «Газпроме» уже похуже дело в этом отношении. Всего лишь 15 миллионов членов правления получают в месяц рублей. Вот. Это и на фоне этого, вот, и на фоне того, что наши деньги очередной раз уехали в Соединенные Штаты Америки, вы можете видеть рассуждение о том, что денег у нас нет. Вот если вы ко мне придете проситься, то дайте мне деньги, скажут, у меня нет рублей. А почему? У меня все в долларах. Так некоторые отвечают. Нет, денег все. Или на карточке, а то вы попросите, придется давать, а карточки уже. Так и здесь, примерно такая картина. Короче говоря, по форме-то они вроде как, можно написать сверху социалистические, там, советские предприятия, что хотите, пишите. Но они не подчиняются общественным интересам, они в этом рыночном море также барахтаются, как и раньше барахтались. Только раньше там барахтались их руководители-капиталисты, а мало кто согласился тогда становиться директорами советских предприятий. Вот в Китае была другая картина после нашей революции. В Китае была картина такая. Вот приглашали там директора крупного предприятия, бывшего, хозяина социалистического предприятия, спрашивают больше, директора у нас. Мы национализируем ваше предприятие. Директором будете? Не будете. Будете директором, значит, часть прибыли будем вам пожизненно платить. Детям нет, вам будет пожизненно. Часть прибыли. Вот, поскольку вы не сопротивлялись. Ну, а, собственно, мы вам предлагаем два варианта. Или сесть в поезд, или поезд наедет на вас. Какие вы выбираете варианты? Какой вам больше нравится? Пожалуй, сяду. Пожалуй, сядете. Ну, вот и сели. То есть, после, там была гражданская война в Китае между Чан Каши и, так сказать, армией во главе с Мао Цзэдуном. Но кончилось она потом, когда вот процесс такой консолидации, исходя из опыта Советской России, как-то это все было очень тихо, мирно. Вот так побеседовали, и вот сели вы, потом вы сели, потом вы поехали. И хорошо. Другое дело, что, скажем, в том же самом Китае, те люди, которые могли считаться преданными коммунистами, да, берут взятки, и вот этому государству китайское время от времени отстреливают. И расстрел взяточников не ликвидирует взяточничество, потому что люди, когда видят такие деньги большие, они теряют голову. Вы держали в руках миллион? Значит, мы не знаем, как вы себя поведете, когда вот у вас в руках будет ваш миллион. Сейчас мы знаем, что вы все очень хорошо, там все отлично. Вот, а как все вы? Мне рассказывал один товарищ, Виктор Федорович такой, который управляет фирмой «Интеркрими». Вот у них один его заместитель должен был принести деньги, ему выдали деньги наличные. Он должен был принести на праздник, чтобы выдать трудящим премию. Ну и вот утро наступило, когда он должен прийти. Нет его. Ну и он звонит домой. Кто-то ему говорит, Виктор Федорович, я на работу не приду. Почему? Сегодня же надо выдать премии людям, правильно? Нет, Виктор Федорович, у меня в левой руке 6 миллионов, и в правой руке 6 миллионов. Я на работу больше не приду. Да это, во-первых, не так уж и много, говорит, потом это деньги же не наши, это не ваши, это деньги, это надо людям отдать. Нет, Виктор Федорович, у меня в левой руке 6 миллионов, в правой руке 6 миллионов, я на работу не приду. И не пришел. Ну, а как водится в нынешних фирмах, не все там проводится в бумагах, так сказать, деньги ему выданы были беззасовенные, как верному товарищу. Ну, верный товарищ больше на работу не пришел. Поэтому думать, что вот только враги там советской власти или социализма там становятся взяточниками, это ерунда. Они, наоборот, взяточники являются врагами
советской власти. Они не только советской власти, они врагами любого государства являются. И каждое государство их так или иначе с ними борется. Хотя, вот скажем, нынешнее российское государство, они очень слабо борются. Слабо, уж не знаю почему, хотя это нарушает очень деятельность государства и подрывает авторитет постоянно. Ну, как вам нравится, когда товарищ Хорошавин, губернатор Сахалина, сколько получил откат? Ну, какой мелкий. Какой миллион? Миллиард наличный на него вот в кабинете просто. Вот дошли к нему, когда его арестовывали. У него в кабинете там вот фотография была российская, так разложены все. 5000 пачка. Миллиард. Вас удивляет это? Давайте я вам расскажу, как это бывает. Представьте себе, что мы с вами предприниматели, все вы. А я Хорошавин. Представили, да? Губернатор. Так, вам сколько нужно? Денег, чтобы ваше предприятие, вы строите у нас объекты очень важные. Очень важные объекты для развития Дальнего Востока. И вас строить уже хорошо. Сколько нам нужно, чтобы у вас было все построено, и вы получили бы хорошую прибыль? Сколько денег надо? А сколько у вас есть? Так, давай мы больше не разговариваем. У вас нет сюда меры, нет вас. Вам сколько нужно? Для того, чтобы ваше предприятие... Зависит от плана. Что? Зависит от плана. Да и давать вам план не будем. Так, вот человек новый, я думаю, не зараженный этой болезни. Сколько вам нужно денег для того, чтобы вы все построили, все объекты? У вас строительное предприятие могучее. Mm-hmm. Вот. Сколько вам нужно денег? Допустим. И бюджета. Бюджетные деньги пригоню вам. Ну хорошо, допустим, 5 миллионов. Сколько? 25 миллионов для начала. Ладно, 20-10. Сарай. Сколько? Что? Ну, миллиард. Вот этот человек серьезный. Вот с ним опять с вами не разговариваем больше, с вами тоже не разговариваем. Миллиард, да? Так вот, слушайте меня внимательно. Сейчас я еду к Дмитрию Анатольевичу. Я говорю, что вы выделили 2 миллиарда. Вы миллиард свой получаете, а вот этот миллиард второй, вот у меня, чтобы здесь лежал в кабинете. Понятно вам? Нет, давайте. Что нет? Ну, да, еще не так, давайте, все с вами больше не играю. Нам нужно понять его чек. Вот. Я думаю, вот вы понятие. Миллиард нужен вам? Да. Второй миллиард вас касается? Ну ладно, я дам вам. Что за ситуация? Еще она ладно дает. Я ей пригоню, я иду, рискую, еду в Москву. А за что вы будете его получать? Это не ваше дело. Я губернатор. А вы кто такой вообще? Я сейчас же Хорошавин, кто такой вообще? Ты кто? Ты вообще тут никто. А я губернатор Сахалина. Договорились? Все. Вы обратили внимание, что никто из предпринимателей никаких протестов в отношении губернатора не делал? Потому что он пригонял бюджетные деньги. Единственное, что он пригонял их на таких основах, что они получали то, что хотели, а он получал то, что было сверх того. Сверх того. Я же не так ставил вопрос, что вы такую сумму должны получить, а я вот вас забираю. Нет. Вы сколько сказали миллиард, столько и получите. А второй, это не ваш же миллиард. Так не ваше, дайте его сюда. Это не ваше дело, куда он пойдет. Принесите еще. Не знаете, как обналичивать? Тогда тоже вы не подходите, если не знаете, как обналичивать. Наверное, читали, знаете, как откроется фирма, обналичивает, потом закрывается и все. Не принять проблем. Ну, проблем надо пригнать же. Но у нас это крупный такой. Или хотите, так сказать, вот. Еще один пример. Не из мелких, потому что мелкие это человек, полно всяких мелких пример. А вы возьмите, скажем, директор ФСИН. Слышали такое? Рейн. ФСИН, знаете, что такое? Не знаете, что такое ФСИН? Это как раз, что вы не знаете. Вот, это все знает там, товарищ. Он знает и миллиард хотел, и миллиард, и вы знаете, что ФСИН там этим стоит. Федеральная служба исполнительного наказания. Тюрьмы, лагеря. Короче, это все. Так вот, этот тренер получил, значит, средства из бюджета на то, чтобы сделать браслеты на ноги, чтобы тем самым заключенных это контролировать. И нанес ущерб 2,8 миллиарда рублей. А 150 миллионов он получил прямо в кабинете, если принесли. 150 миллионов. Но все равно это вот вы мелко знаете, с этим смотрите. На 150, это что, 30 вы хотели? 7. А? 7? Фу, что за люди?
студент вас. Вас разворотили низкими стипендиями. Всего какие-то счетчики. Короче говоря, когда его взяли, можете сказать, какой был праздник у всех заключенных? Это директора СИН, директора Федеральной службы исполнения наказаний, посадили в СИЗО. Еще его не судили, он еще в СИЗО сидит. А СИЗО знаешь, что такое? Это не означает ГУЛАГ СИЗО закрылый. СИЗО это что такое? Следственный изолятор. Вот. Все люди, вот это вы знаете, надо знать, уже народ подготовлен у нас. Следственный изолятор. Вот что-то нами попадать. А что, изолирует этот изолятор, как вы думаете? Да не очень. Не очень изолирует. В 11 часов приносит телефончик, говорит, вот за 150 рублей можешь позвонить домой. Не хотите звонить? Вы хотите домой позвонить? 150 рублей. Ну, если в другую камеру, то это будет 250 сходить к нему. Поговорить. Знаете, в чем дело? Просто вот, ну, например, там есть же, ну, разные как бы преступников, ну, какие-то, которые, вот, люди, которые совершили преступления, так или иначе, у них есть аккаунты в социальных сетях. И, как бы, их много времени, и там реально постоянно сидят. Да. Я разбираю заключенных, я знаю. Конечно, да. Это как-то не очень нормально, что говорят. То есть изоляции-то нету. Вот он-то дело. Нет изоляции. Ну, называется следственный изолятор. А я как-то вот был защитником у одного своего товарища. В течение 2 лет. И каждый четверг приходили мы в налоговую полицию, которая раньше была, а потом ее ликвидировали всю, потому что она как-то нелепо сделала обвинение и не могла никакие процессы довести до конца. Ну, вот. Ну и вот там 2 товарища, которые должны смотреть, чтобы вот если мы читаем, чтобы мы не унесли какое-нибудь том дело, там было 70 тому. И вот один другому говорит: сейчас лето, пожалуй, я не буду это принимать постановление о том, чтобы его в СИЗО заключать. Надо в тюрьму уходить, сейчас жарко, душно, пусть сюда придет. Поэтому у нас сейчас его просто подписка о невыезде. То есть чем определяем? Ну, как ему удобно, некоторым вам только значит, в СИЗО, потому что по вашим глазам видно, что вы можете ускользнуть от следствия и не повлиять на него. Как насчет презумпции невиновности? А еще вам обвинение не предъявили, какая невиновность. Это СИЗО. Сидите там, вы невиновны. Так заключение может быть не больше, чем на 15 суток? У вас не больше, чем 15 суток. Во-первых, не больше, чем на 10, без предъявления обвинения. На вас неправда ваша. Вот через 10 дней, если мы не придумаем вам, в чем обвинять, у вас выпустим. Но вы же по мне знаете, что мы придумаем вам. А потом, после этого, будете обвиняемы. А это вот ваш адвокат. Значит, вы уже можете подвязать адвоката и думать, как защищаться. Будете вы защищаться. Если вы успешно будете защищаться, можете вы выиграть. А если вы выиграете, государство в лице прокурора вас освободят. А сколько вы можете просидеть-то до того, как вас освободят? Как вы думаете? Месяц суда. Что? Да какие суды? 5 лет вы можете так просидеть. 2,5 года будете сидеть в СИЗО. А 2,5 года будет тянуться судебный процесс. А как будет судиться, тянуться судебный процесс, вы будете подсудимый, но не осужденный. Вы все время свободный гражданин со своей вашей презумпцией невиновности. И сидите с ней. И будете 5 лет с презумпцией невиновности сидеть в СИЗО. А в СИЗО хуже сидеть, чем в тюрьме, я вам докладываю. СИЗО это... Потому что и места меньше, и свободы меньше. А СИЗО это же не место лишения свободы. Нет, это же не место. Вы полностью свободны, но сидите в СИЗО. Вы что хотите, чтобы я вам рассказал, как есть, или хотите, как вы думаете, как вы представляете? Я вам рассказываю, как есть сейчас. Можете проверить, перепроверить. Ну, вот есть люди знакомые, знают, читают. Я даже, поскольку нас просили газету издавать там для заключенных, называется «Мертвая зона», мы издавали газету. Как вы жить в тюрьме? Вот как писать прошение. Вот. Мы там даже придумали, там, где всегда пишут пролетарящие страны, соединяйся, написали от тюрьмы, от сумы не дорекайся. Это вы можете тоже написать себе. Вставить в тетрадочку сверху справа, эпиграф и так далее. На Руси. Да? Вот, например, депутат Митрофанов. То он выдвигал проект Трудового кодекса, это ЛДПР, а то его разыскивают уже. Международный розыск был. Это все. Или Березовский был правая рука,
товарища Ельцина. А потом то ли на шарфе его повесили, то он ли он сам удалился шарфом, то ли шарф его от самостоятельно задушил, как удар. В общем, одним словом нет, одним словом нет этого Березовского. Так что вот это такая вот область. Так вот, возвращаясь к тому, какие у нас есть там наказания. Наказания были раньше очень простые. Ну, советское же тоже было расстрел. Если взяточник, ну, конечно, это проверят, что вы действительно взяли, но если действительно докажено будет, то это смертная казнь зайдет. А потом это при Ельцине смертную казнь отменили, потом начали уменьшать всякие степени наказания. Потом очень крупный шаг был убрать конфискацию, потому что если взяточник взял какие-то деньги, ну, естественно, он переписывает на жену, на тещу, на сына, на дочку, на каких-то родственников. К нему приходит там судебный пристав, исполнитель это дело, конфисковывается. Он говорит, что ваше? А вот КВН 49. Видели того телевизора? Вы, наверное, не видели никогда. Ну, такой экранчик был такой. Первый советский телевизор. Ну, вот это говорит мое имущество. А это не мое, и это не мое, и это не ничего конфисковывается. Поэтому вся эта конфискация, которая теперь обращается на имущество подсудимого или осужденного, она не затрагивает никаких интересов этого осужденного. Товарищ Бастрыкин, который у нас с юридического факультета, был старостой в группе, где учился Владимир Владимирович Путин, выступает все время за то, чтобы ввести снова конфискацию имущества всей семьи. Но как-то его, видимо, там почему-то люди ее не поддерживают. Может быть, какие-то у них есть такие подозрения, как бы им самим под это не попасть. Потому что чем это еще можно объяснить? Нету. Блокируют и все. Дмитрий Анатольевич придумал еще кратность взятки. То есть не надо вообще уголовную ответственность за взятку. Ну, взяли вы взятку. Сколько вы взяли? Миллион? Вас на это поймали? 5 миллионов будет отдавать. Раз взяли миллион, 5 будет отдавать. Может, кратные взятки. А он, значит, что? Брал каждый месяц по миллиону. И поймали его на одно преступление. Он считает там 12 месяцев. Значит, получил 12 миллионов, 5 миллионов долой, итого 7. Как бизнес? Вполне, да, такой? Где еще такой бизнес найдешь? Поэтому это кратные взятки. Никого не пугает. Никого не пугает, это значит люди те, кто так увидели большие деньги, да черт с ним, с моей должностью там и так далее, он сразу смотрит, вот он уже себе решит все проблемы до конца жизни. Вот никто у него ничего не отнимает, кратные взятки его вообще не пугает, а потом решили, что и кратные взятки ввели, они отдают. Не дают вообще. Что делать с теми? Еще им придумывается, как их наказывать. Так и они не дают это. Тогда взяли и уменьшили эту кратность, чтобы, дескать, не, ну, там было 10 раз, а здесь 5 раз, только, и так далее, или в 3. И на этом все и застряло. Поэтому взяточников у нас плодится и размножается постоянно. Наблюдайте это, правильно? Одна из конфликтных ситуаций. Конфликт между государством и отдельной личностью, которая, будучи допущена к управлению государством, использует свое положение в этом государстве в целях личного обогащения и в ущерб интересам государства. Ну, какое есть государство? Ну, все, наверное, государство, сейчас у них задачи определенные, в том числе вполне созидательные. Недавно, последний, который у нас, вы, наверное, газеты не читаете, но знаете, что там министр, как вы говорите, он еще, у него презумпция невиновности, замминистра культуры. В СИЗО посадили, арестовали. И начальника департамента там, которому выделили тоже миллиарды, примерно на миллиарды на восстановление объектов культурного наследия в Псковской области, они быстренько первый транш рассовали по карману. Сам министр культуры, как написано, министр культуры дал на него положительную критерическую изначально. И долго он будет этот самый еще в презумпции невиновности, пока его не осудят. Потому что если осудят, ну, значит, при презумпции невиновности надо доказательства представить, без доказательства нельзя осудить. Вот такая картина. Это из новеньких сообщений, так что это не то, что я рассказываю. Это все свежие. И Старошавин свеженький, более-менее, ну, просто, ну, вот просто того года, 15-го. Теперь второй, то, что я рассказывал.
про Реймера, это вот сейчас как раз еще подготовка к суду идет, он еще в суд не отправлен, тот тоже еще не отправлен в суд, как выражает. Так что это насущный вопрос. Ну и это тоже товарищ замминистра культуры, это же не слабо, замминистра культуры. Статс-секретарь, название полное, должности, статс-секретарь, те же самые министры культуры России. Ну, то, что был зам, значит, начальник главного контрольного управления президента тоже, в то время, посадка, это тоже факт. Короче говоря, это отстраненное дело. Поэтому, когда мы говорим там о том, что вот наказывают, вот даже, это не характеристика там советской власти, это, к сожалению, очень распространенное явление. И в Китае оно есть. Вы сейчас назовите страну, в которой войны. Нет таких стран. Нету. Кроме Ливии. Потому что там вообще нет государства сейчас. Поэтому там ничего нет. Так, возвращаемся. Значит, итак, у нас есть один уклад коммунистический, который расширяется. И в этом состоит переход нечто в бытие. Он расширяется. Постепенно планирование начинает становиться. Создается госплан. Да? Вот. Намечается в 2020 году. Наметили, что должны быть годовые планы, летние планы и долгосрочные планы. И годовые планы появились в 28-м году, и пятилетние появились с 28-го года, первая пятилетка. А долгосрочных никогда так и не появилось. Это одна из причин, почему, так сказать, затормозилось вообще развитие страны. Потому что без долгосрочных планов, пятилетний план, вот идет выполнение пятилетнего плана, перспектива сначала 5 лет, потом 4 года, потом 3 года, потом 2 года, потом 1 год, потом 0. И большая страна никакой перспективы не имеет. Ну как сейчас? Сейчас какая у вас перспектива? Никаких. Нет никакого плана. Никакого. И программы нет единой в России. Была концепция в 2008 году. Ну, концепция — это замысел. У меня замысел есть хороший насчет вашей жизни. Ну, во-первых, я его никому не скажу, и вам не скажу. Потому что концепцию вы считали, социальный экономический? Нет, кто ее принимал? Ну, подписал Владимир Владимирович, когда был председателем правительства. Подписал ее, и это документ для правительства. Для того, чтобы это был нормативный документ, правовой, надо, чтобы кто-то его принял. Например, Дума приняла, это был бы закон. Или президент издал бы указ, указы президента – нормативный акт. Постановление правительства – тоже нормативный акт. А подписанная председателем правительства бумага – это для, вот, если не члены правительства, это для вас. И этим все кончается. Поэтому там она очень хорошая, очень вам советую, она вообще правильно излагает, как надо развиваться в России. Можно ее найти в интернете, не секретная. Концепция социально-экономического развития России до 2020 года. И никуда она не пошла, и осталась Россия без... Каким бы темпом роста, если вот огромная страна, она не имеет никаких вообще планов. А зато есть закон о стратегическом планировании. То есть закон есть, а содержание вот того, что планировать, его нет. То есть была концепция без закона, а тут закон без содержания. И так вот частями вроде как все есть, и никак не сложилось это. То, что вот выступает советник президента академик Глазьев за то, чтобы на самом деле у нас, во-первых, есть государственный сектор, это его можно планировать. Это же единая собственность. Во-вторых, у нас есть система заказов. Скажем, вот вы, государственный сектор имеет план. И есть программа развития страны. Хотите участвовать в государственной программе, получите государственные деньги. И Бетяки Хорошавина, прямо вот так, например. Не хотите участвовать, проходите. Вы хотите участвовать, получить. Государственные заказы бьются во всех странах. Поэтому, если у вас есть программа развития России, то вы возьметесь потом заказами ее, уже не директивно, как в рамках государственного сектора, какие тут заказы. Вы должны сделать, и все, если вы государственное предприятие, там, «Газпром» или «Роснефть», или «Ростехнологии». А если вы не Ростехнологии, совершенно самостоятельно предпринимаете, а вот он у нас самостоятельно. Хочешь заказ получить, не хочешь — проходи, хочешь — получи. Все бьются за заказы, потому что главная проблема — как получить бюджетные деньги и, собственно говоря, спокойно работать. Да. В других странах есть такие планы? У нас нет, а у них есть? Конечно, вот в Южной Корее 6 пятилетних планов. В Южной Корее, а если мы не говорим про командную социальную экономику? Какой? Южная, не команда. А, Южная Корея, да. Южная Корея. Мне просто плохо с географией.
Очень сильно. В чем география? Это все тот же полуостров. Только 250 километров стенка, которые построили американцы вместе с южнокорейцами, чтобы отделиться от северокорейцев. Ответственная в сторону Северной Кореи. И потом они разговаривают об этой Берлинской стене. Там это вообще мелочь, Берлинская стена по сравнению. Я там был, видел эту стену. Страшное дело. Так, ну вот. Значит, что мы уже насчитали? У нас есть коммунистический уклад, у нас есть госкапитализм, вот эти вот предприятия, которые, вроде они государственные, можете считать их советскими, как хотите их считаете, они принадлежат собственность. Прибыль должна пойти государству, но можно в издержке закатать отсюда всю зарплату. Почти прибыль почти не останется, ничего. То есть это вот так называемый госкапитализм. Это то, что мы сейчас имеем в виде. Но только сейчас государство не советское, а было советское, но разница невелика. Сколько они, так сказать, исходя из своих интересов и действуют. Как всегда и действуют. Рынок регулируется. Дальше идет частно-хозяйственный уклад. Национализированы были отнюдь не все предприятия. Не надо все предприятия национализировать. Предприятия какие-то, которые поддерживают хозяйственный рынок, обеспечивают население. Зачем их национализировать? Пока вы там развернете с этой своей советской собственностью и советским государством, а людей-то кормить надо и поить, между прочим. Вот он их кормит, поет их. Надо сказать ему спасибо за поддержку, так сказать, жизнеобеспечения населения. Так и было. В этом смысл НЭПа. Смысл НЭПа не в том, чтобы давайте продолжаем национализировать. Ленин говорил, мы национализировали столько, что переварить не можем. Давайте мы немножечко отступим здесь. У вас есть командные высоты в государстве, ну надо же обеспечить и дать возможность нормального хозяйственного оборота частнику. Частнику и частник мог нанять трех рабочих. Нанять не только вести частное хозяйство, нет, он мог и трех наемных рабочих нанимать. В городах. Ну что касается села, там вообще все было частное, как вы понимаете, в период НЭПа. Все. Там ничего такого государственного не было. И вот, значит, третий уклад частнохозяйственный, четвертый уклад мелкотоварный. Это мелкие буржуа, это мелкие хозяйщики, работающие на рынке сами. Не с наемным трудом, не капиталистические предприятия, а сугубо, так сказать, предприятия мелкобуржуазные. Мелкие хозяйщики, работающие на рынке, трудящиеся. Вот вы трудитесь, но сами, как сейчас говорят, самозанятые. Как будто, или у вас собственное дело, свое дело. А чего у вас учиться не свое дело, это же мое дело. Тоже интересно, как рассуждают, так сказать, куда она завела свое дело. Это не ваше, что ли, дело заниматься, конфликтологом себя готовить, по-моему, ваше. Или мое это дело? Не, мое дело преподавать, ваше дело учиться. Что, я тоже считаю, что у меня есть свое дело. А нет, так называют, так интересно, дескать. Открою свое дело. А вы не открыли свое дело? По-моему, открыли, когда все отступили. Ну вот, это такие всякие красивые названия, а политэкономическая сущность очень проста. Мелкий пожалуйста. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть трудящийся своими средствами производства, у него собственность частная, он производит продукты на рынок. Ну, кто купит? И вот эти мелкие буржуа поддерживали хозяйственную жизнь, и никто не, сказать, их не душил вперед, а наоборот, так сказать, поддерживали. Как говорил Ленин, да я много коммунистов отдам за тех, кто умеет культурно торговать, а не тезисы писать. Вы тезисы умеете писать, или булкой можете кормить людей. Все у вас как? Чего научились, пока были студенты? Тезисы писать. Ну, покажите хоть один тезис ваш. Это конспекты вы пишете, а тезисы написали какие-нибудь свои тезисы. Сейчас у нас что, марковские тезисы какие-то написали бы? Ну, вы прочитали бы. Думайте, какие-то мысли к вам приходят, вы промерлись. Так, еще все, что остается. Патриархальный уклад. Человек выращивает там картошку, капусту, огурцы, квас делает. Кто не выносит, сам съедает. И семья съедает. Семья кормится. Какой-то уклад? Патриархальный. Он еще не попал в орбиту товарных отношений, нет тут никакого рынка. Ну, может быть, он эпизодически там подсолнечное масло купит, и пальмового тогда не было. Горевал, наверное, народ страшно. Значит, как он жил без пальмового масла? У нас подсолнечным ходились. Ну, и бывозе он покупал. Вот так и сами делали, и пряли, и ткали. Херали и так далее. Так, валенки делали, само собой. И, между прочим, не мерзли в валенках. Зима, тулупы. Вот в тулупах, в валенках можно стать сколько хочешь на морозе.
Сколько хочешь, красота. А если им было и так замечательно, зачем вообще появилось разделение труда? Почему, кажется, сам не мог производить все, что ему нужно, и жить счастливо? Он и производил. Счастливо, несчастливо, умирали дети, не сильно счастливы. Много ты не произведешь. Производительность труда, конечно, невысокая. Какая производительность? Все ручной труд. Ручной труд тяжелейший. Женщины работают, так сказать, и после родов, и до родов. А потом половина, 7 детей было в семьях. Половина умирала, 3 оставалось и так далее. Вот Ленин, например, 4-й ребенок, хотя он не в крестьянский сын. Ну, у всех было, и у дворян, и у крестьян. Наверное, по 7. А сейчас эти 7 детей, это... Что это? Сейчас вот 2 человека. А сколько нужно иметь детей в семье, чтобы было воспроизводство населения России? 2 с небольшим. 2 с небольшим, 2,4. Но 2,4 не рождается. Поэтому 3. А у нас по 3 ребенка это редкость, правильно? Ну да ничего, мы завезем из Киргизии, из Таджикистана, население России. Потом попросим соотечественников из-за рубежа, пусть приедут, да? Мы им землю дадим, в общем так. И у нас картина рождаемости, начиная с 91 года, так. А картина смертности вот так. И это называется крест России. После. Да. Но сейчас уже так близилось все. Вот. Все, вот вроде хочется и руководству сказать, что у нас вот рождаемость пересилила смертность. Ну, это на уровне, как бы сказать, ошибки расчетов или физического. 14 года, им говорят. А? 14 года, 14 года. Ну, не сильно шумно говорят, потому что это как считать. Как считать и как смотреть. У нас еще какой-то запасец был. А когда вот одно к одному, это что такое? Значит, сколько умирать, столько рождать, умирать, столько рождать. Я скажу, вот похороны, тут сразу новый родился, все хорошо. Стабильность. Что такое стабильность? Стабильность – это застой. Застой же. У нас население планеты плохо растет. Китай был там 800 миллионов, сейчас 1 300 000, почти 400. А у нас 140. Вот уже и говорят, а что-то у вас много территорий, 140 миллионов. Это вообще несправедливо. На такое количество народов, чтобы территория, а? Не забрать ли у вас территорию? Если судить, для начала мы поставим вокруг ракеты. Для начала. Но у нас есть неблагоприятная для жизни территория. А? Неблагоприятная. Ничего, ваша неблагоприятная, отличный гул для того, чтобы там полезные ископаемые оттуда копать. Ага. Отличный гул территории. Ну, если шельфа, шельфа, разные вещи. Ну это территория. Территория. Вот сначала мы у вас заберем территорию, а потом мы сами решим, что там копать, что нет. Да вы же сначала. Это не вы будете решать, мы будем решать, когда у вас заберем. А почему вы забираете у нас территорию? Вы забираете территорию по причине того, что там никто не живет, или по причине того, что... Нет, по причине того, что вас слишком мало на такую большую территорию всех этих вас. А мы там копаем природные скалы. Да, нас вообще не интересует, что вы говорите. Нас сразу же вам рассказывают, что мы говорим. А мы? Вас никто не услышит. Вы можете что хотите говорить. Как только у нас будет перевес над вами, а сейчас вот, к сожалению, вот, только боеголов сжиматься атомным, у нас один к одному, у нас, наверное, на одну больше. И по ракетам примерно паритет. И подводные лодки у нас стоят около территории Соединенных Штатов. Они вот поставят нам эти ракеты вокруг там, в Литве, Латвии, Эстонии, а у нас все время там гуляют наши. А как же лодки? И нам, если вы думали, там вот в Сирии просто идет наступление там или идет борьба только с ИГИЛ, заодно и показ современной техники, когда из подводной лодки вылетают ракеты под названием «Калибр». Их дальность 2500. То есть они накрывают всю Европу. И 2500, и боеголовки могут быть как обычные, так и атомные. Поэтому, ну, все посмотрели, или из Каспийского моря какие-то маленькие кораблики, которые никто за корабли не считал. Потому что, ну что такое корабли? Так это же не крейсер. Миноносец, ну и какой-то маленький, вдруг с его вылетают эти ракеты и летят. И летят они куда надо, так сказать, через 1500 километров. Прямо под, очень точно по тем целям, которые заданы. Поэтому вот, так сказать, картина такова на сегодняшний день. Поэтому пока отнимать у нас, пока не очень, так сказать, рассчитывают товарищи. Существует множество договоров через ту же организацию. Да, да, да. Ну, два у нас одна надежда на договоры мировой политики. Я думаю, когда больше получитесь, то...
поймете, что в мировой политике ничего не решается договорами, а все решается соотношением сил. Какие договора, кого удержали? Ну, какие? У нас с Гитлером был договор о дружбе? Понятно было, что он недолго протянет. Что понятно? Ну, договор. А если вам было понятно, заинтересованы все, то... Да, как могут быть враждебные государства заинтересованы в договоре? Ну, о чем вы говорите? Ну, временно написали бумагу, все понимали, что будет война. И те, и та, и другая сторона. И готовились к ней. А пока... Мы же тоже с вами понимаем. Сейчас мы с вами спорим, а принимать экзамен буду я. Что вы? Вы не забывайте. Давайте договоримся. Я говорю, о чем мы там договоримся? Там надо будет одна сторона оценить, а другая будет сидеть. Поэтому у нас выход один. Лучше знать. Правильно? Нет, ну договор иногда бывает очень полезен. Та же самая концепция баланса сил. Чего концепция? И какой договор полезен? Назовите договор. И какой договор? Договор против кого-то. Он не против. Всегда договоры пишут красивые, а потом договора, а потом их разрывают фактически, игнорируют и все. Какой договор? Было государство Ирак. Какой был договор? Ну, все налетели, разбомбили под смехотворным предлогом, что там якобы есть что? Оружие массового поражения. У вас вот сумочки там нет, и я это не помню. На всякий случай мы прилетим на самолет с ракетами и бомбами разбомбим вас и сумочку, а потом скажем, ошибка вышла. Как показали исследования, нету там оружия массового. Как ведь с Ираком? Именно так ведь? А Ливия? Кого спросили? Вы спросили законно избранного? Какой договор? Вы законно избранного президента разорвали на куски. В Ираке повесили, на всякий случай. Вот вы были бы президентом Ирака, вас бы уже повесили. Но, к счастью, вы не президент Ирака. Вам повезло. Спросили вас, какой договор? Какой договор? Взяли и повесили. И щелкнули на этот телефон, как он болтается. А Муаммар Каддафи не видели как? Разорвали просто на куски. Посмотрели эту запись. Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич поняли, что надо укреплять оборону. Потому что вот не вас будут рвать, и даже не меня, а их же разорвут в первую очередь. Как вы думаете? И то, что вы будете им рассказывать про территорию, я не понимаю, я даже и слушать не буду вообще. Ну вы же конфликтологи или нет вообще? Что-то я не понимаю. Конфликт. Что вы нас успокаиваете? Нам надо как вот в этих условиях конфликтности себя вести, вырабатывать. А вы хотите сказать, что ну нет, конфликтов нет, бумажки напишем, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Не будет. Надо вот думать, как разрешаются они. Но это мы еще впереди у нас. Сейчас давайте кое в чем разберемся. Итак, насчитали мы 5 укладов. Из них основные 2. Коммунистический и капиталистический. Так, значит, что касается госкапиталистического, он постепенно съедается планирование. Планирование все больше и больше. Валерий Иванович, у меня лекция, я потом перезвоню. Съедается этим самым коммунистическим укладом. То есть все больше и больше развивается планирование, и постепенно это кончается тем, что этого самого уклада не будет госкапиталистического. Все по плану. К 28-му году мы уже получили систему годового и пятилетнего планирования, которое обеспечило развитие крупного производства и колоссальное снижение цен на продукцию государственного сектора. Следовательно, что стало происходить с частнохозяйственным укладом? Ну, так сказать, он стал подвергаться конкурентному наступлению со стороны госсектора. Вот если у меня пирожки за 2 рубля, а ваши пирожки 3,12 рубля. Вот вы молодые и красивее, а идут ко мне пирожки брать. Почему? Те говорят, да, вот какая красивая девушка, а идут красивые брать у меня. Вот так постепенно, и когда говорят, как мир отменился? Да никто его не отменял. Это вот наоборот. Это вот, опять же, такой процесс борьбы, который свалился, обычный и понятный всем, конкуренция. Ясное дело, что крупная промышленность, производящая дешевые товары, а с самого начала закладывалось понижение цен. Причем это понижение цен легко сделать. Если растет производительность труда, то затраты. Что с ним происходит? Снижается. Когда идет рост производительности труда? Когда внедряются технические достижения. Как технические достижения может мелкий бизнес внедрять? В ларьке вы видели какой-нибудь НТР в ларьке? Там, где даже нет ведра. То есть ведро есть, а туалета нет. Какие это могут быть? Какой НТР?
Поэтому сколько его там не спасай, если будет такая же продукция производиться крупным машинным способом, конечно, эти квартиры разоряются. И не надо делать вот таких вещей, как у нас там в Ленинграде. Раз и разрезали ларьки. Или сейчас вот в Москве взяли и... Ну вы сделаете, чтобы такая же продукция была дешевле в два раза. И они сами разбегутся. Так? Вот так делали период НЭПа. Не так вот грубо, как сейчас взяли в Москве Бекфуд. Вот у вас там поддельные собственности, документы, у вас поддельные аренды и так далее. А кто выдавал поддельную? Кто? Чиновники. Так вы этих чиновников-то не сажаете и не наказываете, и не конфискуете у них имущество, а наказываете этих мелких частных собственников. Они все виноваты. Они что могли, то и делали. Им говорят, давай взятку, иначе не получите никакого разрешения. Ну не взятку, просто деньги дайте и все. И идет Богу. А не дашь, убил. Не знаете, что убивали? Приходит к ларьку и два предмета держит. Купите спички, бензин и кирпич. И говорят, ну купите кирпич, это будет столько тысяч. И сразу покупайте этот кирпич. А если не покупаете, есть и спички, и бензин. И все. А если не купите, это им кирпичом и голову проломит. Так и было. Были так называемые крышевания, так что вы крышевали. Я буду вашей крышей. То есть вы мне будете платить все время в месяц 10 тысяч рублей. Я не знаю, где их будете брать, меня это не интересует. Если не будете платить, сами знаете, что бывает с теми, кто не платит. Если вы будете нападать на этот ларек, имейте в виду, не сносить вам голову. То есть мы эти элементы снова тут видели, как они выражаются. Короче говоря, вот идет один процесс. Движение к тому, чтобы все, вся собственность в городах стала государством. А есть и другой процесс, обратный. Уже появились и взяточники, и карьеристы, и, так сказать, люди, которые не дело делают, а пытаются, так сказать, личные интересы решать, как при социализме, или тем более период становления социализма. Есть такие люди, которые думают не о том, как увеличить общую собственность, а как это от общей собственности оторвать больше кусок. Есть? Или мы так идеалистически должны представлять, если это общая собственность, кто только и заботится, как бы нам увеличить общий пирог. Вот я и думаю, как бы мне это выгодно, увеличить увеличение общего пирога, выгодно, когда будет больше пирог, я больше получу. А если я успею больше оторвать меньше пирога, это тоже ведь мне выгодно. Ну вот это другое, это противоположный интерес. Раз противоположный интерес, будет конфликт. Потому что если имеется противоположность интересов такая у каждого человека, значит будут люди, которые будут действовать не в этих интересах, а вот в этих. И они будут вступать в полное противоречие, противоположность к тому хозяйству, которое создается. И будет решаться вопрос у кого. И вот в период МЭПа этот вопрос решался, и он решался и так, что некоторые товарищи, которые были противниками социализма, говорили, не надо мешать этим самым коммунистам строить это свое. Ничего у них все равно не получится, они в ГНЭП, скоро сам упадет этот самый социализм их. Вот. И когда они поняли, что он не упадет сам, тогда они пошли в последний решительный бой, это было в конце 20-х годов. Это везде такое было обострение, и во всех странах, где строили социализм, где было становление социализма. Везде, когда уже ясно, что не будет такая ситуация переходная, а будет уже завершение. Ну это вот в городе. А что в деревне? А в деревне бурно развивался капитализм. Там какая исходная точка была? Землю разделили по едокам. Если раньше были как кулаки, 6% кулаков. Как только землю разделили, что это я пойду к вам работать? Не пойду к вам работать, у меня своя земля есть, и вы к нему не пойдете работать. Он это был кулак, теперь он никакой не кулак. Я вас поздравляю, вы уже не кулак. У нас нет с вами антагонизма. Но, так, дальше что происходит в деревне, что происходило, и на что в свое время большевики обращали внимание, сказали, что не думайте, что это разделение, это решит проблему. Разделили. И вот, значит, в одной семье рождается больше парней здоровых, потом становится, а другой девочек, которые не могут такую же работу вести. А одни начинают больше делать и прихватывают, и снимают в аренду, и потом покупают землю у других, третьих. В итоге, к 28-му году в России
сложилась такая ситуация, что 6% в деревне уже это были сельскохозяйственные буржуа. То есть как узнать, вы буржуа или нет? Как узнать? Надо смотреть, как узнать, вы буржуа или не буржуа? По материальному доходу. А что по моему доходу? Ну, по вашему я буду платить, у меня доход больше, чем два. Да у меня у вас очень много раз больше доход, чем у вас стипендии. У меня вот 42 тысячи оплата. Не оплата, а по договору вот не должен оплатиться. 42 тысячи, а у вас 1408. Умножайте, делите. То есть я кулак по вашему. Да? Нет. Нет? Потому что ваша заработная плата более или менее пропорциональна вашему труду. Что здесь более или менее? Неопределенно какой-то. Тот, кто живет на прибыль со средств производства. Как, да? Тот, кто живет на прибыль со средств производства. Да, но он вот, можно сказать, что он и своим трудом живет. И живет и за счет прибыли, за счет наемного труда. Прибыль-то это превращенная форма прибавочной стоимости. То есть, если человек живет за счет, преимущественно за счет чужого труда, тогда он сельский буржуа. Таких сельских буржуа, которые сами не работают, вообще не бывает. Вы знаете таких людей в деревне, которые сами бы не работали, а только значит, организовывают? Нет таких людей. Но если у меня главный источник уже не мой собственный труд, и не труд моей семьи, а большую часть дохода я получаю от эксплуатации чужого труда. А эксплуатация – это чужой неоплаченный труд. Присвоение чужого неоплаченного труда называется эксплуатацией. Тогда это кулак. А если я просто нанимаю, я вас нанял весной, чтобы вы мне помогли спахать. А в осенью меня наняли, чтобы я убрал яблоки ваши. И в деревне друг друга нанимают. Поэтому люди темные, которые были, которые в этом не разбирались, очень многих записывали в кулаки, потому что они вот плохо занимали. И не было такого человека, который поставил двойку, потому что они не знают этих определений. И потом вот они там людей в Сибирь отправляют. Сказать, раз у тебя есть две коровы, ты кулак. Или мельница. Вот есть мельница? Мельница. Так надо разобраться, кто на мельнице работает и за счет чего, какого труда, основное богатство. Если за счет своего личного труда и труда членов семьи, это не кулак, как сколько бы он богат ни был. Правильно? Это называется зажиточный середняк. Зажиточный середняк. Вы против того, чтобы середняки зажили хорошо? Нет. Нет. А что вы тут вот как-то кулак много получаете? Вот то, что вы сначала сказали, навлекло всякие подозрения. Не будете ли вы нас тут всех зажиточных под одно бревно вести? Пошлют вас и начнете там управлять. Ну, если сейчас люди не очень разбираются, и тогда не разбирались. Этого никто не должен удивляться этому. То есть, когда выяснилось, в 28-м году уже настолько разбогатели кулаки, что они решили, что не хватит сдавать, не будем сдавать зерно государству. А кулак авторитет в деревне, и тогда и середняк решил, не будем сдавать зерно государству. По той цене, которую предлагает государство. А бедняк уже сдал зерно, потому что он бедняк, он иначе не проживет. Он не может, у него нету там технических культур, на которых он может прожить. Поэтому вот перед государством советским был такой вопрос. Либо пойти навстречу кулаку, либо навстречу бедняку. Если навстречу кулаку пойти, значит бедняк отвернется туда. Это вообще не советское государство. А если пойти навстречу бедняку, то значит надо с этим самым кулаком воевать. И вот такой необычный был случай. Товарищ Сталин отправился, будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, на заготовку хлеба в Сибирь. Вы можете посмотреть, собрание сочинений, такой забавный есть отчет о том, как товарищ Сталин заготавливал хлеб. И вот он обнаружил. Говорит, ну почему хлеб не идет? А потому что, казалось бы, вот есть статья о спекуляции. Ведь не сдают, потому что хотят поднять цену, спекулируют. Есть наказание за спекуляцию. Почему его не принимают? Вот я бы посмотрел, где живут судьи, прокуроры живут в домах у кулаков. Сплошь и рядом. Я их спрашиваю, а почему вы живете в домах у кулаков? Потому что там чище и лучше корм. И вот эти, так сказать, представители советской власти, они по существу оказались представителями кулаков. Ну, после того, как стали применять эту самую статью, хлеб пошел. Хлеб-то пошел, вот это частный элемент. Ну, хорошо, сейчас он пошел, вы что будете на этом самом, на наказаниях жить?
На одном предупреждении нельзя построить, наверное, жизнь на предупреждении. Это дополнительный только мера, может быть. Поэтому было принято решение, вопреки предыдущим планам, которые были такие длительные, постепенно капеллировать, постепенно провести коллективизацию. Ее очень быстро провели. Быстро провели и, так сказать, в борьбе с противниками этой коллективизации. Много было тут ошибок, много недостатков. Я думаю, если бы вы проводили, не было бы ошибок. Возможно. Но вот такое трудное дело, когда делали люди, они менее грамотные были, чем вы. Что там? Какие были люди? Какая была грамотность в то время 28-м, 29-м, 30-м году? Не такая. Может быть, грамотные люди. Рабочие приехали из городов помогать проводить коллективизацию. Рабочие что, сильно грамотные? Короче говоря, это вот очень трудное было дело. Но появились, что появилось на селе? Машино-тракторные станции государственные. И вот важнейшие средства производства оказались в руках государства. Собственно, их никого не отбирали, они создавали трактора и группировались в машино-тракторные станции. Сокращенные МТС. У вас есть МТС телефон? У меня есть. Так, МТС. А на другие средства производства – куры, утки, гуси, свиньи, коровы. Это средства производства. Лопаты, травли, пилы, косы. Это было оставалось в руках у крестьян. И вот крестьяне соединились, и вот эти самые машино-тракторные станции стали давать им технику. Вернее, использовать, обрабатывать и так далее. Под каким условием? Что они будут осуществлять тот план государственный, который и сельскохозяйственное производство тоже подчиняло общественным интересам. И вот когда? Ну, это причем было на начало добровольных. Вы будете грехи, не грешил, сэр? Будете. Вам технику дадим. Вы не будете грешилом, сэр? Вам не дадим. Потому что мы хотим, даем, хотим. Наша же техника. То есть никто никого ни к чему не принуждал, но посеяли грешилку. Понятно, что она пыляется пчелами. А вы будете пчелами? Не будете, технику даем, будете, даем. Ну и так далее. И таким образом получилась такая форма, кооперативная форма общественной собственности в деревне. В итоге, что должно было получиться и что получилось? Единая форма, то есть, вернее, единое подчинение производства общественным интересам, но в разных формах, государственных и кооперативных колхозов. А просто из кооператива нельзя составить общественную собственность. Ну, просто каждый будет тянуть к себе и между собой торговать. И все. И ничего тут, никакой общественной собственности не получится. То есть сами по себе кооперативы не могут обеспечить общественную собственность. Вот был процесс вот такой. В одну сторону шел, но он может идти в другую сторону. Что такое переходный период? Если это становление, то в нем есть какая тенденция? Не только тенденция превращения ничто в бытие, но и превращение бытия в ничто. Вот все эти там минусы и недостатки, какие были, и все эти, значит, попытки бороться, это все противоположные стремления. Вот в данном случае позитивная тенденция преодолела негативную тенденцию в ходе этого становления, и мы получили наличное бытие чего? После становления, в результате снятия становления, получается наличное бытие чего? Что строится? Социальное. А? Социальное. А такого нет. Коммунистический. Да, коммунизм. Нет, ну какой коммунизм? Ясно какой. С печатками старого строя, неполный, не развитый, не спелый. Вот, скажем, вы осознаете, что вы, если вы молодой человек, то вы человек. Ну, так же и коммунизм. Если он молодой, неразвитый и неполный, вот этот молодой, неразвитый и неполный называется социализмом. Никакого отдельного строя социализма нет. И получается вот всего три этапа в развитии коммунистической формации. Переходный период от капитализма к коммунизму, который мы сегодня рассмотрели с вами. И противоречие этого переходного периода между общественной собственностью и частной собственностью. Идет борьба всех укладов, кроме коммунистического, с коммунистическим. И коммунистический в итоге побеждает. В итоге. А может и не победить. Вот в Китае сейчас какая? Это какая страна Китая? Социалистическая. Это что значит? Это что политики, значит, государство социалистическое, а экономика? А экономика переходная. Там не капитализм, а коммунизм. Вот они очередной план приняли, а в то же время очередного кого-то взяточника расстреляли. Потом миллиардеры там присутствуют. Их миллиардеров больше, чем в Америке, крупных.
Поэтому, а когда закончится переходный период в Китае? А это зависит от того, кто победит. Какая тенденция? А где гарантия? Есть такая гарантия, что тенденция к переходу капитализма к коммунизму обязательно победит? Вы можете дать такую гарантию подписать? Не, я не могу. И вы не дадите, правильно? Поэтому, когда спрашивают, а как это у них, вот социалистическое государство, социализма нет, а еще неизвестно, а будет ли вообще. А может, будет. Потому что весь смысл становления социального в том, что в нем борются противоположные тенденции, и может получиться, может нет. Там настолько крупная страна, и настолько много людей, и настолько тяжелая эта проблема, что непонятно, какая тенденция в конечном итоге возьмет вверх. Если вы возьмете другие социалистические страны, Лаос, а там та же самая, а там наоборот маленькая страна, и как там в маленькой стране вы построите крупное хозяйство? Она все зависит от крупного. Либо кто-то им будет помогать, допустим, тот же Китай, а сами они удержаться не могут, или они попадут в подчинение к буржуазным странам. Ну и, соответственно, перестанут быть страной социалистической. А социализм-то там не построен. Какой там может социализм? Социалистическая республика Вьетнам, 90 миллионов человек, страна, которая победила Соединенные Штаты Америки, как известно, да, в войне во Вьетнаме. Американцы приступили к этой войне, когда французы стали оттуда уходить, с юга, они, значит, решили, что юг надо, чтобы святое место пусто не бывает, забрать. На Вьетнам сбросило бомб американцами больше, чем вообще, так сказать, сорвано за всю Вторую мировую войну. Кроме того, значит, напалм туда использовали, и головы отрезали, и химические, так сказать, вещества распыляли, очень вредные, хотя они как бы не считаются химическим оружием, просто вредные. Просто будете меньше и хуже, а не умрете. Не умрете, просто будете болеть. В итоге этой войны при поддержке нашей товарищи давали систему ПВО, не просто давали, а просто приезжали уже готовы. У меня, например, коллега в аспирантуре был вместе со мной, Миша Ширяев, он был вот этой системе ПВО на авиационной станции. Взял авиационные станции и батареи ПВО. Так сбивали прямо по 5 самолетов в раз, потому что тучами летали американцы, бомбили тучами. И в эту тучу как попадет ракета, как 5 самолетов. И потом они гоняли там за этими, гонялись ночью, хотели все разбомбить, а наши товарищи 20 километров по джунглям ночью перемещались на другое место и, так сказать, сохраняли свою жизнь и сохраняли технику. А на утро начиналась та же история, эти тучи летают, самолет ищут, где эти ПВО. И, наконец, не они находят, а их находят. Раз опять вылетает ракета, падает 5 самолетов. Они знают уже устав наш, а устав не разрешает заряжать. Не разрешает заряжать. Поэтому они ждут, когда выстрелит вторая ракета. И тогда будут бомбить безнаказанно. Наши сразу заряжают, поскольку в России кто-то у нас, как известно, строгость российских законов умеряется не обязательно все их выполнение. Значит, и хочешь жить, так подумаешь, как выполнять устав. Вот они, значит, заряжают вторую ракету. Все подождали, когда выпустят вторую ракету, налетают сюда опять тучи. Видите, опять вылетает ракета, Китайские добровольцы были. Ну, конечно, надо сказать, конечно, в основном воевали вьетнамцы и победили Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки победили только британский авиационный корпус во время войны за независимость. Больше никого никогда не побеждали, чтобы так иллюзий-то не было вообще. Где они выиграли тогда? Вы знаете, где они что выиграли? Вот еще они у кубинских добровольцев, сами, где да. 10 человек. Да. Где? Вторая мировая война. Они были как станут. Сами. Нет. Вторая мировая. Хорошо. Когда дядя Джо пошлет, значит, людей сначала высказал. Будет наступать, а потом будет просить. Они ждали, когда приедут наши войска, чтобы начать борьбу с Японией. Никто, пока не передислоцировали советские войска, войну с Японией не начинал. Да? Военные действия. Вот, так что вот вопрос остановления, он очень
Это серьезно. То есть не надо думать, что стоит взять власть, как мне говорят, ну власть возьму. Во-первых, кто такие вы? Вы-то возьмете, а какой глаз возьмет власть? Потому что всегда есть вопрос о том, что если вы будете представлять тот же класс, это не революция. Революция, если противоположный класс, который доселе был угнетен, мы возьмем власть. И будем тогда набивать себе карманы. Не они будут набивать, а мы будем набивать. Видите разницу? И это военные перевороты и другие перевороты, все это сплошь рядом было. Что изменилось на Украине? Что был один класс, стал другой, что ли, там? Нет. Была буржуазная Украина, остается буржуазная, только она теперь ориентирована так, на западные государства, только и всего. А так она была ориентирована на буржуазную Россию. В этом разница. Все цветные революции, это что такое? То же самое. Военный или не военный переворот. Так, ну это мы уже выходим за рамки нашего вопроса. Значит, мы рассмотрели вопрос о социальном становлении. И мы должны забывать, что весь период социального становления – это борьба с противоположной тенденцией. Возникновение вот нового строя и в то же время разрушение вот того нового, что создается, и возврат к тому старому строю, который был. И без этого переходных периодов не бывает. Не бывает. И сейчас вот, например, та страна единственная есть, которую можно назвать социалистической, это Северная Корея. Ну, со всеми родимыми пятнами, которые характерны для первой фазы коммунизма. Я думаю, много можно найти недостатков у Северной Кореи, которые противоречат общественной собственности. А если осматривать социальные государства, как на Скандинавии, они не являются социалистическими? Нет, государство не социальное. Государство – это общественное учреждение, общественное. Как может быть государство не социальное? Это масло-масляное. А вот сильно богатыря рассматривать или ясное солнце? Бывает солнце не ясное? Это вот лапшу, сказать, ненаучную лапшу, будет в большом количестве, как всегда. В требухе очень много, в том числе и псевдонаучных, так сказать, работах. А тем более сейчас. Печатаем вашу книгу, не видели, с плакатами стоят у метро. Так что это вот глупость. Социальное государство. В общем, бывает не социальное. Государство – это машина насилия для проведения политики определенного класса. Там умнее класс, и лучше проводят политику. Там социал-демократы у власти, они не дают такого неравенства большого. То есть они в меру берут эту прибавочную стоимость, они так, чтобы так вот делать, чтобы у вас разрушить. Есть разница. Это будут разные страны, в которых социальное неравенство где-то 3-5 раз, если не коэффициент. Швеция, Норвегия, Финляндии. Пойдите, вот вы переедете в Финляндию, там сразу видите не огромные заборы и дворцы. Ну, такие дома сарайного типа. Сарайного, как сарай Ленина вот у нас возили. И, ну, есть хорошие ведь, каменные дома, но без каких-то излишеств. Таких дворцов, вот вы выезжаете в разлив посмотреть, потом приезжаете в Финляндию. И обычно заборщик вот поставили кустики, или елочки, или вот такие вот маленькие стакетники, как у нас, конечно. Сейчас же это ну, просто густо. Это одни заборы. Все за решеткой. Решетки на окнах, железные двери. Знаете, как открывается железная дверь? Балдак видели? Это 2 минуты открывается. Вот там где вот эти пальцы такие задвигаются, которые убираются в гору, у меня любор. Жик! А в это время... И что будет на лестнице, кто придет? Если кто-то будет кричать «помогите», все закроют двери. Если скажете «пожалуйста», может, все и выйдут. Так что надо думать, что кричат. Поэтому это бизнес просто, наделать, ну, работу. Значит, это не на промышленном предприятии, это делается у тебя кляп. И вот на этом люди живут. Мелкий буржуа, современный. Спасибо за внимание, до следующего раза.